Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И в принципе, ребята, я опять играю с камерой, да. Так, сейчас, где у нас вот этот покемон босс? Как вы заметили, я перенес камеру в нижний угол, так как, в принципе, ребята, я читаю все ваши комментарии, я прочитал все ваши комментарии, которые вы написали по поводу камеры, так как я спрашивал, да? И были там замечания, жалобы, что как бы темно, ну да, в принципе, свет был выключен, сейчас он включен, сейчас, я думаю, более-менее видно, ну как видно, свет-то включен, да, и как бы было еще такое, что камера мешает смотреть, как бы очень большая камера, не камера, а окошко с видео, как бы очень большое, да, мешает смотреть, что-то такое. Но, в принципе, сейчас уже немножко я уменьшил. И, как вы заметили, я перенес в нижний угол окошко с камерой, да, так как тоже писали люди, что мешает смотреть, так как там не видно жизни покемонов, названия и вообще покемонов там сверху. И, в принципе, да, ребята, если сейчас все нормально, то пишите. Если вас так устраивает, то так как писали, некоторые писали, что как бы да, с камерой можно играть, некоторые писали нет, некоторые писали как бы можно, но перенеси камеру в другое место, еще некоторые писали там, что темно, ну короче, были разные варианты и что такое, но если сейчас в принципе все нормально, ребят, то напишите, да. Фу, капут, я что-то вообще так не выспался, что сдуреть можно. У меня такие синяки под глазами. Да, не выспался, действительно. Где мой дом? А, вот он. Давайте идем поспим, чтобы не было темно. Что у меня включено? Нет. Ладно. Идем поспим. Ну, вот. Ух, капут. Сейчас я и тут засну. Ну, в смысле, спать охота так, что капут. Так, сейчас. Я уже немножко так побегал без съемки, как бы поубивал покемонов. Уже немножко прокачал уровней. Сейчас давайте куда-то тпхнемся, куда-то вот сюда. Да. Ух, капут. Мне бы Мью, да. Ну, в принципе, да. Нужен Мью. Если бы, конечно, мы бы нашли Мью, да, то я бы, наверное... О, там покемон. Я бы, наверное, сразу бы взялся делать ту машину, которая нужна для... эволюции Мью в Мьюту, да. Забыл. Я бы, наверное, сразу начал ее делать, чтобы... Ух, капут. Чтобы сразу сделать себе мету, да. Диски. Ладно, давайте что-то выкинем. Вот это. Это, допустим. И вот это, да. Так, это что за скилл? Флео. Такой скилл у нас есть. Нам это нужно. 95-120. Давайте все-таки вот это заменим, так как не нужна нам вот та атака, я так думаю. Фу, ребята, давайте пойдем куда-то вот сюда. Ясный. Че тут у нас может... Ух ты, это что за... Это что за покемон? Ледиан. А, ну да, в принципе, я его уже видел пару раз. Опять забыл. Опять Маткип. Нам же Маткип нужен сейчас. Или Сквиртл. Или вот что я думаю. У нас тут где-то есть море. Есть. Вот тут у нас есть море. Отлично. Сквиртл... Тотодайл, Манкип я не знаю, может быть.
или нет. Ну, в принципе, в море уже встречаются. Я помню, раз нашел, так как случайно туда ты пэхнулся. Давайте вот это. У нас же есть Черезар, да? Полетаем сейчас, поищем немного. Тут есть, ну да. Нет, тут нету. Сейчас мы поищем в океане. Хотя бы, если найдем хотя бы один какой-то мини-остров, уже, в принципе, будет нормально. Какая нахрен джунгл биома? Мью. Мью. Не парь мозги. Мью. Мью, 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 мью. Какая к черту джунгл биома? Джунгл биома. Мью. Твою мать! Где он мог заспавниться? Где она бью? Бру. Где она могла заспавниться? Ну. Нашли мы Мью, нашли мы Мью, нашли мы Мью. Давай, 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 давай. Ну. Ребята. У нас есть Мью. Красавица. Я не знаю, что сказать. А, уже пропал покемон. Допустим, ладно. Допустим. Опять почти. Неохота туда прыгать, но уже вроде можно, да, уже можно. Сейчас мы, твою мать, вот это все пособираем, 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 пособираем. Чё тут? Вроде все. Нет, еще три итема не хватает. Вот. Еще один. Какой-то. А, мастербол. Ну, мы его использовали. Мью! Что можно сказать? Я не знаю. Ну, он еще так беспалевно заспавнился. Ну, просто вообще беспалево. Как-то сейчас ты поехался, вот. Вообще как-то не то, что беспалевно, как-то таким путем, что мы летели вот тут, посреди океана. Вот на этом месте, вот. Вот тут. Ну, мышку, наверное, не видно, но вот тут. И Мью заспавнился. Карта еще как бы прогружена не была. Вот она вот так была. Вот. А джунгли были вот они вот тут. Че я показываю, и так не поймете. Ну, в принципе, вот тут такая. Маленькая часть джунглей, да, выделяется, вот, справа. И вот она вот так была, за сантиметр, что мы ее не видели. Потому что мы летели как бы в океане, да, и карта еще не прогрузилась. Сейчас, секундочку. Да, все, запись что-то остановилась опять.
Ну, как бы не было прогружена вот эта часть, я сначала сюда полетел, потом сюда, 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 уже думаю, твою мать, Мюз заспавнился, мы сейчас его не найдем. Ее. Потом, бум, она вот на этом, вот тут, на этом крошечном островке, вот, вот тут. Вот на этом крошечном таком кусочке джунгли, как бы, которые уходят в море. Вот тут они заспавнили. Она заспавнилась. Так, через ад, ты что плаваешь? Ну, как бы, да, этот кусочек был самый ближе, как бы, к нам. Мы летели в океане, но, как бы, карта еще не прогрузилась. Но мы словили Мью. Я только сказал, ребята, как нужен Мью, да, если я найду Мью, то я сразу начну делать в ту машину, да, которая, как бы, можно превратить Мью в Мьюту, да. Иди сюда, зараза, иди сюда. Level ball. Again. Ну? Again. Зашибись. Фу, чё-то высота огромная. Хорошо, что в воду ты пихнулся. Это у нас там нет. Нет, покемон будет все же в земле, да? Да. Это что за хрень? Не хрень. Но... А! Это два покемона были. Как-то показалась такая. Не знаю что. Давайте еще сюда ты пихнемся. Ребята, мы нашли Мью. И хорошо, что мы все-таки выбили мастербол, да, с покемона босса. Если бы сейчас вот заспавнился Мью, а у нас бы не было. Ну, а у нас бы не было мастербола, что бы мы делали? Застрелились? Я даже просто не знаю, что сказать, ребята. Сейчас. Я думаю, все же лучше сделать вот так. Так как. Чтобы... Нет, сначала еще расскажу. Сейчас, нет, все-таки тут лучше маткипа, тут маткип, вот. Again. Я только... Да твою ж... Ну... Again. Я только сказал, ребята, так нужен Мью, да, если будет Мью, сделаем машину, и чтобы прокачать сразу же с Мью в Мьюту, да, заспавнился Мью. Ребята, я честно не знаю пока что, как делать еще эту машину, чтобы сделать Мьюту, но я, в принципе, знаю, там нужно три блока алмазов. Сколько у меня есть алмазов? У меня есть 18 алмазов. Мне не хватает... Нет, у меня есть 20 алмазов. То бишь 2 блока. Мне не хватает 6... Нет. 7 алмазов мне не хватает. Твою мать. И что мне сейчас делать? Во-первых, секундочку. Сейчас я посмотрю. Так. Нужно посмотреть рецепт на эту машину. Как она крафтится. Потому что я идей просто не имею, как она может крафтиться. Если тут, конечно, будет рецепт. Тут нету, ладно, давайте где-то сейчас я тут поищу.
Ну, вы это не видите, я так думаю. Да, уже дождь начался. Сейчас, секундочку, давай. Что-то глючит. Ух ты, смотри, 95 нет. Нужно посмотреть рецепт на машину, чтобы сразу как бы начать ее крафтить. И у нас есть легендарный покемон. Сейчас, наверное, сразу же сделаем Мьюту. Я хрен знаю, как делается вот та машина. Поэтому сейчас, секундочку, посмотрю. Если, конечно, в принципе, найду рецепт, да? Тут нету. Вот тут может будет. Да. Так. Да, нашел рецепт. Ни хрена, ни хрена себе. Ни хрена себе. Ну давайте рассудим. Три части. Ну это не видите, ребята, но я просто так сейчас скажу. Три части. На первую часть нужно три алюминия, три обсидиана, два изумруда, которые мы добыли, потому что я уже знал, что нужно будет на потом. И одна фосил машина. То бишь, еще нужно и фосил машину скрафтить для того, чтобы скрафтить эту машину. Хорошо, три обсидиана, алюминия, это все мы скрафтим, да. Так как обсидиан вроде есть в другой деревне, как я помню. Там я нашел. На другую часть машины нужно еще три алюминия, три обсидиана, два золота, еще одна фосил машина. Более-менее, не знаю, хватит ресурсов, нет. На третью часть, ребята, нужно 6 обсидианов и 3 редстона. Бишь, у нас есть 6... А, да у нас уже есть алмазная кирка. Что тут добыть этот обсидиан? Еще нужно... Еще 6 штук нужно. Вот, сейчас. Тут же у нас есть обсидиан. Вот он. А, на карте. Вот, сейчас я даже туда тпхнусь. Вот, обсидиан. 6 штук. Фусил машина. Сейчас нужно фусил машину посмотреть, как она крафтится. Ну, в принципе, ребята, все-таки давайте сделаем это, наверное, в следующем эпизоде. Да, сделаем все это в следующем эпизоде. Ребята, всем спасибо за просмотр. Мы словили мью, ставьте лайки, оставляйте комментарии, все ли нормально. Камера стоит и можно летать, продолжать снимать с камеры. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ох.